На город плавно опускался темный вечер, и по дороге к дому отправились все дети. По улице Советской бежал в припрыжку Петя. Не видно было Петю в вечернем тусклом свете. На переход беспечно шагнул с дороги Ваня. При этом телефон он не мог найти в кармане. А Катя с Леной весело о чем-то щебетали. Дорогу очень быстро они перебегали. Тут в темноте раздался визг тормозов тревожный, а избежать аварии совсем было несложно. Это правило номер один. Хорошо известно, что на 90% действия водителей зависит от получаемой им визуальной информации, что ночью человеческий глаз воспринимает лишь 5% от того, что он в состоянии различить днем. А количество аварий, происходящих в темное время суток, в 3 раза выше, чем в дневное время. Поэтому ситуацию можно улучшить, если сделать пешеходов заметными на дороге круглые сутки. А для этого светоотражатель нужен нам. Нас будет видно тут, нас будет видно там. В темное время суток, ночью или в сумерки, на дороге появляются пешеходы в темной одежде. Для водителя увидеть такого пешехода очень и очень непросто. Вы думаете, так просто? Нет, вы ошиблись, подростки, что перейдете без проблем темный перекресток. Вы думаете, я быстро перебегу, но из-за угла машина рубит все на корню. Не успеет водитель увидеть тебя, вы идете во всем темном. А зря! Мы точно знаем, если бы Ваня, Катя, Петя ходили бы по улицам в таких цветных жилетах, то целы, невредимы бы остались эти дети. Водитель бы заметил их при вечернем свете. Но понимают взрослые, что ни за что на свете не будут круглый год ходить в жилетах наши дети. Поэтому придумали мы им аксессуары эти. Ведь мы за Ваню, Петю и Катю всегда будем в ответе. Если есть у тебя возвращатель света, ты выглядишь модно, где бы ты ни был. Значки и наклейки, подвески, браслеты спасут тебе жизнь в любой части света. Надеюсь, мы помогли вам усвоить. Беспечность дорого порой всем людям может стоить. Что пешехода в темноте заметили водители? Световозвращатель, убейте детям родителей!